Вячеслав Трубчанин, тренер по боксу и бодибилдингу, 34 года. В сентябре 2016 года в Ангарске спас женщину от душившего ее грабителя. Награжден знаком за помощь полиции. Это было примерно половина 11 вечера, 22 сентября. Я закрывал тренажерный зал, в котором я работаю. За мной приехало такси, услышал крик о помощи. Девушка бежала к нам навстречу. Вторая, которая была с ней подруга, они сидели в этой машине на остановке. Он проходил мимо, молодой человек в алкогольном опьянении, и напал на нее. Сидели на остановке, он подошел, сел на заднее сиденье и сказал: «Сейчас мы поедем с вами кататься». Они его попросили выйти из машины, он не послушал, начал нападать на одну из девушек, которая сидела за рулем. Вторая выбежала и побежала к нам навстречу, когда уже выходил из зала. Мы сели в машину и поехали в сторону остановки. Одна девушка осталась возле подъезда напротив тренажерного зала. Таксист с обратной стороны перекрыл отход, чтобы этот молодой человек не смог убежать оттуда. Он услышал визг тормозов и выбежал с машины. Но когда подбежал туда, я видел, как он душит эту женщину. Он выбежал на меня, ему крикнул остановиться, он остановиться не захотел. Я нанес ему один удар в голову, он упал. И там подъехала буквально через 20 секунд служба охраны. Два раза ударил ее по щеке, у нее была гематома долгое время. Спустя какое-то время она пришла в зал и рассказала об этом. Еще были с ним двое его друзей, которые отговаривали его от этого поступка, он не послушался, они ушли и оставили его там. В тот момент не соображал, мог бы и нож у него быть, и все что угодно, но не думал в этот момент о себе, о каких-то последствиях. Есть такая категория людей, кто осуждает, есть, которые поддерживают, есть те, которые вообще безразличны, говорят: «Зачем ты туда полез? Сколько людей, столько и мнений». На следующий день мне позвонили уже с уголовного розыска и сказали: «Вот ваш поступок дошло сведения начальнику управления внутренних дел, вот хотят вас видеть, там поощрить». А спустя какое-то время мне позвонили, пригласили на День милиции, вот в музыкальном театре в Иркутске проходило награждение, вот вручили всероссийскую награду, медаль, которая утверждена была только в этом году. Я даже как-то не сообразил, услышал крики о помощи, понял, что нужно бежать, спасать кого-то, кому-то нужна моя помощь. Не мог остаться равнодушным. Я не знаю, мне кажется, это нормальный поступок любого адекватного человека.